В Казахстане ожидается очередная волна похолодания. Сегодня в Западно-Казахстанской области из-за морозов отменили занятия в начальных классах. А вот в Актюбинской области городские власти не справляются с уборкой снега. Почему, выясняли мои региональные коллеги. Из-за бесконечных снегопадов в Актюбе появилась шуточная народная мудрость. Чем больше убираешь снег, тем больше осадков будет завтра. Но жителям частного сектора не до шуток. Азамат Мамышев дни напролет гребет лопатой. Позвал на помощь друзей. Но работы становится все больше. Работы много. Не успеваем чистить. Почистим, опять снег выпадает. Каждый день буран. Вот. А так все, акимат, конечно, должен убирать хотя бы. В Актюбе зима наступает каждый год, но местные чиновники делают вид, что новость о ее приближении обрушилась на них, как снег на голову. Техника едва успевает убирать центральные улицы. Акимат рассказывает народу страшилки о том, что если снег не вывести на полигоны сейчас, весной будут подтопления. Самых пугливых призывают помогать коммунальщикам. Поглядывая в окна, чиновники горько жалеют, что выделили на уборку снега всего-то 300 миллионов тенге. Дороги мы должны расчищать, но те финансовые средства, которые ежегодно нам выделяются, финансовые средства, оно у нас, это финансирование не уменьшается, оно только увеличивается, и увеличивается количество дорог, но опять-таки в пределах этого бюджета, и бюджет не позволяет нам произвести вывоз снега. А вот в Западно-Казахстанской области трескучие морозы, минус 27, обрадовали школяров. Сегодня отменены занятия в начальных классах. Те занятия, которые пропущены, учителя с детьми будут отрабатывать на дополнительных уроках, которые будут проводиться в обычном режиме после того, как учащиеся выйдут на занятия. Сезон морозов в Казахстане продержится до конца января. В Астане будет не теплее минус 22. На северо-востоке ожидается метель и снегопады. В Мангыстауской области на юге и юго-востоке страны не очень морозно, но будет туман и сильный ветер. А вот в Алматы пока обещают сравнительно теплую погоду – плюс 2. Зато в ближайшие выходные может похолодать до минус 18. Анар Бекбасова, Баян Сагимбаева, Багдат Баймурзин, Информбюро, 31 канал.